Здравствуйте, дорогие друзья, любители Warcraft, любители карты НВТР. Представляю вам вторую игру из командного боя. В ней принимает участие Дар вместе с батплеером в одной команде и Лесник под ником 95 и В. Корнеев, известный ранее под ником Дипломат. Итак, мы располагаемся вверху, то есть я, батплеер и Дар находятся в верхней части, Лесник и Корнеев в нижней части. Как всегда, стандартное начало, застройка, каждый выбирает, как расположить холл, как расположить фермы. Ну вот мы видим здесь вот опять холл, фермы. Ну вот в данной ситуации опять-таки батплеер допускает ошибку, раз он здесь оставил пространство, то по идее вот эту ферму надо было поставить сюда, а кузницу, которую он поставил, ее ближе к голду. Здесь допустил ошибку, вот давайте я сейчас поставлю на паузу, вот здесь допустил ошибку Корнеев. Он слишком прижал в эту сторону и поднял вверх холл и прикрыл его фермой, но эта ферма в прямой атаке и в прямом доступе для того, кто сверху. То есть для меня это лакомый кусочек. Я нахожусь сверху над Корнеевым. Для меня это лакомый кусочек, эта ферма. Здесь вот смотрите, он тоже что делает. Он так, ну сейчас мы еще вернемся. А вот застройка Лесника. У него здесь все четко. Холл впритык к стене. Сейчас мы еще раз вернемся к застройке Лесника, и я вам покажу, что и как. Ну, у меня здесь тоже, я стараюсь так, чтобы меня не доставали. Пилорама, казарма. Так как я знаю, что у меня соперник внизу, я две казармы располагаю вон там наверху. Корнеев поставил казармы как-то, ну, я, честно говоря, не понял, что он здесь прикрыл. Вот здесь я поставлю на паузу. Вот смотрите, как застроился Лесник. Все четко. Голд, холл, пионы будут вот здесь, вот в прямом расстоянии бегать. Кузница прикрыта. Это у нас пилорама. Вот к лесу прямое расстояние. Чтобы они не появлялись здесь, закрыто фермой. Вот одна казарма, вторая. Здесь он поставит ферму и поставит в будущем, видите, вышку. И получается очень четкая линия, все закрыто, все прикрыто. Так, продолжаем смотреть далее. Подробно я остановлюсь еще. Давайте и мою застройку посмотрим. То же самое, прямой бег. Никуда никто не убегает. Линия ферм, которая прикрывает простой прорыв, скажем так, да. Две казармы прям под верхом. Они до них не достать. Кузница и пилорама. А что делает батплеер? Он батплеер, и как бы его застройка говорит о том, что он хочет быстро атаковать грунтами. Сейчас мы к ней вернемся, мы к этой застройке еще раз увидите, что он сделал. Его застройка хороша в том случае, если он бы быстро наклепал грунтов, чтобы вот в данный момент, когда он здесь прорубился, забегать. Так, стоп, вот давайте вот здесь посмотрим. Видите, у него всего одна казарма. С таким количеством казарм, ну, сделать атаку грунтами достаточно сложно. Ну, один грунт. Он прорубился, уже есть открытый проход, а грунтов нету. Это, конечно, очень плохо. Ему надо было, ну, как-то по-другому устраивать ресурсы. Он здесь поставил две вышки для поддержки своей атаки. Но так как этот проход у него как-то, ну, проход прорублен, а грунтов нет, и получается атаковать некем. Это вот большая ошибка. Что сделал Корнеев? Вот смотрите, я в защите от Корнеева. Так, секундочку, давайте продолжим. Сейчас еще раз мы вернемся к этой позиции. Ну вот видите, один грунт прибежал,
хотел этот сломать это баллисту, но быстро ее прикрыли, и тут же еще и вышка стоит в защиту. Все, как бы этот грунт получается бесполезен. А теперь давайте вот этот момент рассмотрим. Я сразу в защиту поставил две стеночки, так чтобы вот просто прорубиться было невозможно. Этот обычный прием, когда вот в этом месте рубятся или тут, или сразу в двух местах, я поставил две стеночки, чтобы вот так вот быстро не получилось. И при этом я готовил катапульту. Катапульта появилась и сразу пионов здесь немножко почистила. И вот здесь видите как. Вот видите, все, теперь у меня как бы, я точно знаю, что просто так прорваться будет достаточно сложно. Но пока я Корнеева побеждаю с точки зрения управления катапультами, вот видите, с одного удара уже нет баллисты. А здесь тем временем батплеер, конечно, проигрывает леснику, лесник немножко давит. А батплеер проигрывает. Вот эта вышка, которая установлена вот в этом месте, она очень хорошо защищает, очень хорошо защищает базу лесника. Кто бы к нему ни прорвался, он в любом случае подпадает под хорошо прикрытую вышку. Так, теперь лесник пошел в атаку. Видя, что батплеер особо не разгонится, лесник пошел в атаку, но батплеер прикрылся вот здесь вот. Вот видите, вот он поставил ферму, которая прикрыла. Я в это время стараюсь давить на Корнеева, но теперь я уже вижу, что надо помочь моему союзнику. Вот все, я убрал этого грунта, этот грунт нам теперь уже не опасен. Нам теперь не опасен. И сейчас смотрите еще один момент красивый, как четко все будет сделано. Все, грунт, футмен погиб, грунт забежал и сломал баллисту. Очень четко все. Здесь у нас я стараюсь сломать пилораму. Не будет пилораму, не будет баллист. Но вот здесь вот мы сейчас крутимся, вертимся, идет такая война катапульты против баллист, и одновременно я стараюсь атаковать пилораму. Этой везет этой баллисте, она то влево, то вправо, но в то же время и я не могу ее уничтожить, и она меня не может уничтожить. Но в итоге 3 в 1 мы разошлись, но при этом пилораму я ему сломал. Теперь я могу немножко помочь своему союзнику. Немножко помочь своему союзнику. Вот помните, в начале игры я говорил про ферму, вот, которая в этом месте. Ну, сейчас этой ферме, конечно, уже достанется так, как я свободно. Вот, фермы уже нет. Следующий этап. Мне надо помочь своему союзнику. Союзник отчаянно. Ну, вот я со своей стороны сломал баллисту, взорвал. Союзник отчаянно старается защищать и атаковать одновременно, но, конечно, это очень сложно. Очень сложно, так как лесник игрок опытный, и просто так его, скажем так, одолеть сложно. Но батплеер держится, а я в это время активно атакую Корнеева, так как пока Корнеев жив, просто так идти в атаку достаточно сложно. Так, сейчас я, вот видите, уже один хитпоинт остался. Все, нету холла. У меня сейчас уже готовится, я делаю апгрейд грунтов, готовятся грунты на подходе, и я сейчас постараюсь как можно больше помочь своему союзнику. Союзник пробежал через базу лесника, забежал на базу Корнеева. Здесь он остановился и как бы ждет теперь моей помощи. Вот у меня появляются грунты, я начинаю рубить проход, грунты еще подготавливаю, готовятся. Так что вот еще парочка, сейчас мы поможем нашему союзнику. Здесь еще один момент, который я здесь готовлю.
я готовлю сверху там прорыв, а сейчас пока мы просто атакуем кузницу. Атакуем кузницу. Так, ну, в общем, сносим ферму, базу Корнеева. И в это же время я вот уже, видите, здесь поставил вышку для защиты. Поставил вышку, вот считайте, почти базы нет. Осталась там одна казарма, но она уже роли не играет. Здесь меня заманил лесник к себе, и я попал под обстрел вот этих вышек. А здесь сейчас я вот что сделаю. Я прорубаю вот здесь проход для того, чтобы помочь своему союзнику. Для того, чтобы помочь своему союзнику. Отвлечь лесника с одной стороны на себя, а с другой стороны помочь союзнику отстоять. Так, вот еще одна вышка, чтобы футмены спокойно не бегали туда-сюда. Скажем так, вот еще одна вышка, такая линия обороны новая. Все, теперь уже футману добраться до будет сложно достаточно. Все, вот моя линия, новая линия обороны. Мне сейчас надо будет выдвинуться сюда. А с другой стороны, вот здесь есть проход наверху. Вот здесь вот появился проход. Сейчас, секундочку, я... Вот, видите, появился проход, где я через какое-то время пройду катапультой и буду атаковать вот этих вот футманов, которые забежали на базу моему союзнику. Так, вот, смотрите, ни я, ни он, мы не заходим туда, нам туда смысла нет заходить, мы просто перекрыли выходы, вот сейчас вот смотрите, все, мы перекрыли выходы, а катапульты спокойно, одного за одним уничтожили футманов, и теперь уже все, вперед на базу к леснику. Вперед на базу к леснику. Лесник как бы понимает, что ему надо уничтожить мои катапульты, но это не так просто. Мы защищаемся, мы защищаем свои катапульты полностью. Так, теперь надо разобраться, все, этой вышки нет, так что мы спокойно. А, смотрите, как пионы побежали здесь. Пионы побежали. Шустрые пионы оказались, сломали мне катапульты, но как бы мы сейчас за это им отомстим. Все, пошли. Сейчас уже пошли в атаку и мои, и грунты моего союзника батплеера. Все, мы теперь атакуем по полной базу лесника. Так как база Корнеева, она уже как бы никакой опасности от нее нет. Там осталось буквально подсобные помещения, скажем так, да, фермы какие-то, кузницы, которые роли не играют. Все, лесник вышел, Корнеев вышел, победа за нами.